Здорово, Империя! У микрофона Артём, это канал SnowWorm TV. У нас очередная демка с фестиваля демок. И эту игрушку, кстати, показывали на этом шоу Xbox. Выглядит вроде интересно, но, блин, могли бы, конечно, ей жопу добавить нормально, а то она какая-то... Ну, вы посмотрите вот с левой, да, стороны, что это? Это разве жопа? Это какая-то доска. Так, инверсия... Фон текста прозрачный, новая игра. Погнали! Есть руки, язык. Это хорошо. Игрушка вроде, по-моему, в геймпассе будет платная на старте. Скипать не могу, кстати, ролик. Поэтому смотрим. Then leave you in this broken world. You deserve more than a letter you'll never receive. But we both know you would never let me go. I lived a long life, but never a full one. Not until I found you. Promise me you'll live, Noor. I'm off to earn my rest. Baz. Давайте смотреть. Так, о, здесь могу скипнуть. Жик. Блин, у нее даже сисек нету. Пускай она, блин, пускай даже она и черная, да, как бы, ну, груди, пожалуйста, жопу, ну, сделайте, пожалуйста, груди и жопу ей. Ну что такое-то? Она выглядит как не знаю, как... Как неиграбельно, короче, она выглядит. Какая-то гражданская война, что ли? Веник. Найдите путь через окопы. Для скольжения Б. Так, огнестрельное оружие. Хороший способ борьбы с мертвецами. РТ. А, смена цели можно. Ёпт. На X мы резаем себе ХП. Ну, если она... Опа, РБ. Слишком, знаете, слишком топорная анимация ударов. Какого-то мув-экшена нету. Это вряд ли соус-игра, это какой-то просто тупо экшен, ну, как на прохождение, да? Пистоль эффективно перерывает вражеские атаки. Репутация – это ваша слава и опыт. Ее можно тратить на получение навыков и предметов. Вы будете получать репутацию за победу над врагами, выполняя задания. Так, различные действия могут вам увеличить множитель репутации. Множитель повышается количество репутации, когда вы удерживаете кнопку влево. Найдите путь через окопы. Так, а сколько у меня выстрелов? А, все, вижу, три. Три выстрела, и он накапливается, так понял. Как-то все дешево выглядит. Что-то подобрать. А если здесь вообще прокачка? Да, прокачка очень похожа на этот. На ассасиновскую. Навыки, карты, задания, тренировка. Bring it on.
Опа, улетели. А, я могу накапливать, короче, бонус, а потом его в себе переливать. Видите, у меня написано плюс 12%. Пока я не нажму кнопку влево. Видите, плюс 17%. Атака на бегу плюс 5. Я могу, короче, вот так перелить себе эти. Так, уражские атаки можно блокировать, ЛБ. А, парировать можно их. Парировать, ладно, допустим, можно. Зачем только? Опа, босс. Нельзя заблокировать. Ну, вся механика из Souls игр взята. Пробивать атаки вот типа нельзя. Безопаснее всего будет прервать... А, атаку можно прервать. Такой. Быстренько откис. Так-то кто? Пускай меня давай. Кроме, видимо, кроме топора и этого, да, есть еще, ну, и пистолета, есть, наверное, еще и мушкеты будут. Какие-то еще другие виды оружия. Судя по тому, что у них есть мушкеты. Погнали. Это крыса окопная, она говорит. Боша будет, что ли? Что ты делаешь? Открывай его на проход. Такая коридорная игрушка. Мне кажется, просто чисто, ну, как бы на разик можно поиграть. Что-то типа Фростпокена, который выходил. И ни хрен никому не нужен был. Есть что-то типа того. Сейчас босс будет. Так, я скипну ролик. Ёпт. А как я должен понять, когда он ударяет? А у меня аптечек нету. Хана. Что такое? Что это происходит? Воу. Все. А, его, наверное, не победить. Да, его не победить. Ищите перья Энки, чтобы повысить, подготавливает урон, наносимый его атаками. Это типа, ну, возможно, его можно, конечно, победить? А возможно, нет. Как это было, знаете, вот в Elden Ring был этот босс самый первый, который дерется самым первым. Его вообще можно победить? И он там дает какие-то плюшки, да? А можно типа сдохнуть, короче, и пропустить его. Что-то типа того. Так, лисичка какая-то взяла спички. Есть что в этих? Лисичка куда побежала? Скольжение плюс 5. The damage is done. Now you must mend it. Так,
Ну тут никаких секретиков я вообще не вижу. Никаких ящиков, сундуков. Как-то слишком пусто все. God you unleashed is called Uru. It is his army of the dead that has been laying waste to Dorne. На какой-то индеец. С этим томагавком носится. Вот лисичка. Так, а что я смотрю? Нахрен он мне нужен? Тролик. Погнали. Следуйте за Энки. Это Энки, если что. Нор ее зовут. I'm a sapper. I fight in trenches, tunnels. Lots of uses for an axe down there. Ну, это какая-то просто тренировка, наверное. I'm a fisher. Come here. Hand me some of your black powder. Дай немного пороха. You'll see. Увидишь, говорит. Получен череп. Удерживайте, чтобы открыть навык. Навык. Так, порох, сталь. А, это, видимо... Да, это на оружие, короче, на топор. 2000 нужно репутации сюда вот. Бутылка лечения. Ладно, погнали туда. Пороховая акробатика. Вам доступно особое движение, которое улучшает уклонение движения в воздухе. Нажми Б, затем Б еще раз. А, это двойной прыжок, типа. Ага. Нажми А, короче. Два раза можно так. Ну, неплохо, в принципе. A title he's rightfully earned. It was in every story that they read to me when I was bad. And now he's loose. Она типа под себя кидает гранаты какие-то пороховые. Потом летит на них. На пердящие тяги, так сказать. Падает опасно, упавшись с высоты. Вы можете ура... Ага, чтобы обратить. А, ну это типа это. Это понятно, чего нет-то. Зато перемещаться можно быстро. Так, увядание. Это уникальная магическая способность. Так, чтобы использовать увядание, необходимо заполнить шкалу. Так, допустим. Хорошо. ЛБ плюс Y. Круто. Магия. Лисичка бежит. Фига он побежал куда-то. Так, шкала подготовки. С помощью Энки вы можете заполнить шкалу подготовки, чтобы затем... Так, нажми Y, чтобы Энки атаковал врага. Такая... А, вот здесь еще какая-то атака есть. Когда шкала подготовлена, используйте РБ или РТ, чтобы выполнить противнику некий критический удар. Используй РБ или Х, чтобы выполнить шкалу подготовки врага. Нажми РБ или РТ, выполни контратаку.
А я вот так убить не могу, что ли? А, во. Получилось. Надо в упор против него подойти. Получается, у меня есть 4 раза я могу вот этим лисенком ударить. Вот видите, снизу ромбики наполняются. 4 ромбика. Враги в броне. У некоторых врагов есть броня, которая что-то снимает. Так, чтобы лечить врага, сначала подготовьте его, а затем нанесите критический удар. Понял. Ну это дурацкая механика, это капец. 500 раз надо будет нажать сюда, сними броню ему, натыкай. Нельзя просто его убить. Все, теперь я с него броню снял, а теперь нужно его просто убить. Но это, блин, это, я не знаю, вот, дурацкая механика. Контрольные точки, кстати. Так, навыки, кстати, можно меню персонажа, вы можете в любой момент выбрать. Так, ага, в инвентаре можно посмотреть все на, ага, карта, журнал обучения. А, вот магия появилась. 3 стиля получается. Так, у меня 2500 есть. Вот это возьму. Да, здесь есть карта в игре. Какие-то проломы есть. Такая вот карта в игре. Отдохнуть. Бутылка пополнилась. Погнали дальше. Короче, наш лучший друг — это вот этот вот лисенок. Эдакий вспомогательный персонаж. Он же и атакует, он же и что-то рассказывает. Блин, залезь ты. Деревни. В небольших поселках захвачены вражескими силами. Сражайся с врагами, чтобы добраться до их главаря. Победите вражеского главаря, чтобы в деревне стало безопасно и в ней могли вернуться жители. Это форпосты, да? Победите главаря. Как понять, сколько здесь этих? Можно их парировать, в принципе. О. Какая-то это. Все, что можно подобрать, оно подсвечивается, да, я так понял.
убил. Мне тут надо что-то найти. Главарей побеждено. Железная корона. Куда ты лез? Куда ты лазишь? Чё, кто? Это босс был? У меня армия мертвых побеждена. Порт покоя. А, теперь я могу сюда зайти, да? Вы свободны, заходите. Кофейня. В центре любой деревни есть кофейня. Победи вражеских главаря, вы откроете кофейню и новую контрольную точку. Поговори с хозяином кофейни, чтобы восстановить здоровье, получить награду и купить новую одежду. Так. Здорово. Ёпт. Многорукий хозяин. Так, при использовании... Так, увеличить максимальное количество... Да, на одну... Магазин. Отлично. Сколько у меня денег? О, можно что-то купить. Бля, пиздец, конечно. Просто купить... поменять цвет одежды? Серьезно? Это что за тупость? Ну вот давай купим вот эту. Использовать. Я просто поменял одежду и цвет. Чего? Она вообще дает какой-то стат? Инвентарь. Стандартный китель солдата. Сумка, в которой можно хранить любые найденные предметы. Пистоль Нор. Так, вот этот лисенок. Вихрь проклятия. Вот у него скилл. Топор. Еще что-то будет. Ну, блин, если честно... Ну, фиг его знает. Короче, берите на вооружение. Давайте здесь остановимся. Берите на вооружение данную игрушку. Мне, если честно, не нравится. Такой проходняк, который, ну, вот, поиграл денек, и вообще нахер даже не хочешь в нее возвращаться. И забыл, короче. Вот как-то так. Это чисто мое мнение. А ваше мнение можете оставить в своих комментариях. В моих, вернее. Не в своих, конечно же. А в моих. У меня все. С вами был, как всегда, Артем. Подписывайтесь, комментируйте, жмите колокольчики. Приходите на стримы, все ссылки в описании. Увидимся всем. Пока-пока.